Уральская, это Уральская. Вот в таком состоянии. Быстрехонько все делают. Так, пешеходный переход тут будет. Небо неспокойное. И вот мы едем из Алкоплюса. Уже и плитку привезли. О, как быстро. Да, деревья убрали, кажется, совсем все рядом. Так тут уже положено, похоже, ряд вон. Вот строители, какие молодцы. Эти кладут. Это надо же выровнять как. Идем посмотрим, что тут наделали. Вовсю уже до конца, смотрите, столбы, электрика проведена. Такая щебенка или гравий, как он называется. Вот здесь должно быть какое-то тоже сооружение, типа беседки, потому что напротив ЗАГСа. Для молодоженов. Только молодожены что-то не спешат жениться. И вот такие лавочки, наверное, здесь будут. Выемки. Все добротно, так капитально. Надолго нет. И фонари такие. Как вот не заехать, не посмотреть нашу историю. Городской ЗАГС. Запись актов гражданского состояния. Что дальше пройдем? Пешеходный переход глобальный. Будет и ограждение серое. Вот там уже начали ставить вдалеке. Все, конечно, быстро все так делают. Ой, мягко, лишь бы качественно. Вот до какого места уже сделаны. Дорожка, и солнце видно, и дворец культуры, и кажется, все рядом. Да? Оно и кажется, все рядом. Для истории. Алкоплюс, бывший горный лен, зелененький. И улица Уральская. Пошли обратно по пешеходнику. Знак-то стоит пешеходник, так что должны нас пропустить, ладно. Не будем их напрягать. Вот что уже кто-то мусор выкинул. Сами люди виноваты. Следить надо за собой, за своими действиями. Так, это что-то за конструкция будет. Каждый день что-то новое добавляется. Добавляется, добавляется.
вот здесь другие фонари, там как-то изогнутые. Здесь типа тюльпаны. Посмотрим. Так, у нас жара-жарища, прижарища. Уже с утра 30 градусов. Вчера было, позавчера. Это после того, что природа сотворила в день города 29 июня. Было плюс 9 градусов. Сейчас прям невозможно находиться на улице. На солнце будет все 40, наверное, с лишним. Вчера была точно такая же погода. Проедем, посмотрим новую очередь аллеи. Как там достраивают, интересные какие там штучки. Лавочки. Дуни высажены. В общем, едем. Надо же нам для истории заснять. Сегодня так, завтра. Завтра совсем не так все. Обращаем внимание налево. После перекрестка здесь мы уже проезжали несколько раз. Аномальная какая-то жара такая. Холод, раз жара. В общем, едем вдоль аллеи Уральской, и впереди идет дальнейший ремонт. Косят траву, в общем, потихоньку жизнь идет. Вот он этот ремонт, и вот смотрите, какие штуки, и там скамейки, листья какие. Одуванчики. Это, наверное, светильник все-таки. А какой-то человечек стоит. А волк. А волк и заяц возле одуванчиков. Дальше одуванчики, качели. Красиво все. Сразу так все близко стало. Ух ты, а тут у ЗАГСа-то смотрите, какая скульптура. Сердце. Двое влюбленных. Ой, красиво. Главное все это сохранить и не разрушить. Закроем окна, чтобы не шумно было. 30 градусов. Как спасаетесь от жары? Напишите в комментариях. Не только у нас есть жара. Ну что в такую жару? На даче не поработать. Выйдешь, уже устал. Сил нет. Зайдешь обратно. Нет, не надо в такую жару работать. Цветочки, небо, смотрите, вообще ни одного облака. Это ж вообще. Дуни какие красивые. Стройка века, в общем, у нас в этом году. Налево смотрим. Стадион горного техникума, политехникума. Все. И голубое небо. Только на речке, и то лежать жарко. Ходить жарко, работать жарко, лежать жарко. Не знаю, как запереться дома. Дома, кстати, и не жарко. Так,
Вот он забор слева, а вот он памятник. Вот она пальма, а вот он памятник. Так. Я думаю, остановку тоже сменят, она у нас останется в видео. От холода сейчас прохладно, все ноют, что за погода на Урале. В Москве также, в Питере жара стояла, смотрю, входят уже в кофтах. Ну, не будем сравнивать себя со Флоридой. Заехали, там кондиционеры, в машину сели, кондиционер, домой приехали, кондиционер, перебежками. А у нас неделю постоит, все изнылись мы. Попозже пешком пойдем по городу, когда совсем все клумбы распустятся, цветы. Будет красиво. Поедем в свои 40. Я не виноват, да? Слева Гаргас. Ехал куда-то. Какая техника у них. Справа храм. Слева автобензол. Смотрим цену бензола. Пятый 57,46, этот 52,75, дистоплива 66. Дистоплива совсем уж чокнулись. С 1 июля повышение цен ЖКХ, тарифы все должны повысить. Видите, какой, какая. То есть так можно, да? Куда торопилась? За трактором едет ноздря в ноздрю. Поехали в Нептун, что-нибудь прикупить, арбуз что ли купить. Тига 7 Pro, уже видите, черри Тига, совсем другая конфигурация. Таких только машин, конечно, сейчас нет. До чего вонючие в салоне вообще, вот этим пластиком. Так, девушки что делают? Столбиков травку убирают, ножичка бедная. Обязанность, наверное, у них.
снимаем все подряд, как есть. Без преувеличений всяких. Едем, то, что видим, то, что попало, то попало на видео. Реальная жизнь. Так, или чё?